Большое внимание учитель 1 А класса уделил изучению темы «Наша речь». Дети с удовольствием учили алфавит, писали буквы, читали. По итогам работы каждый должен был рассказать о значении нашей речи и ее роли в современном мире. Буквы нам нужны, чтобы читать, потому что без букв тогда бы были одни пиктограммы. Даже в современности. Конечно, справиться с таким сложным заданием было непросто, поэтому в процесс включились и родители. Проект называется «Наша речь». Я, конечно, очень старался, и мама старалась. Но вот эту букву «У», вот это просто букву «У», это очень трудно было для меня вырезать. Ну, и как бы я... Это мама как бы сделала. В результате работы над проектом у каждого ребенка получился продукт. Кто-то создал комиксы, написал стихи самым любимым буквам, сделал буквы из подручных материалов, а кто-то даже испек вкусный алфавит. Мирослава предложила изучать буквы через игру. Сначала ребенок вместе с мамой замешивает тесто, потом лепит каждую букву, выпекает, украшает и за чашкой чая съедает, но при этом не забывает назвать ее. Мы сделали с мамой вкусный алфавит, который... Мы будем учить. Люди придумали алфавит для того, чтобы переписываться, списывать тексты, передавать информацию. А мы все за вечер сможем выучить весь алфавит. И когда мы его съедим, мы будем называть каждую букву. За время работы над проектами ребята овладели навыками передачи информации разными способами. О них они тоже рассказали в своих работах и поделились знаниями с одноклассниками. Это только начало. Впереди у первоклашек новые научные опыты и эксперименты. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».